Добрый день, дорогие друзья. 11.18, Глиняный берег. Сегодня капитан команды Савельева отдыхает у нас, Зикеев Павел. Давайте послушаем, и что скажет по рыбалке он. День добрый. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, как обстоят дела? Несколько поклевок было, но сегодня жарко. Пока что не расклевывается активно. Надежда есть. Будем пробовать сейчас примерять различные дистанции, различные поводки. Я думаю, сейчас разгадаем мы ее. Да, разгадать ее нужно, потому что показывает 32 градуса. Да, погодка жаркая. Здесь нужна хорошая разгадка. Хороший отдых, ни хвоста, ни чешуи. Спасибо.